в выпусках «Жизнь в Фэттоне изнутри» показывается, как на самом деле протекает жизнь в московском тюнинг-ателье, с какими трудностями сталкиваются мастера и как выходят из сложившихся ситуаций. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе! Привет! Сегодня у нас в работе Infiniti FX. Он оклеен в черную матовую пленку, которая изрядно потрепалась и надоела владельцу этого автомобиля. Поэтому нам предстоит расклеить кузов и оклеить его в тренд этого сезона серый мат. Давайте посмотрим, как происходит процесс расклейки автомобиля. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Кузов автомобиля полностью расклеен, теперь можно приступать к оклейке. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Вот мы и закончили процесс расклейки и оклейки автомобиля. Теперь можно его передавать хозяину.